С рабочим визитом в Европу отправился ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Также к рабочей командировке присоединились проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов и главный врач университетской клиники Альмир Абашев. Главная цель поездки – знакомство с опытом управления и функционирования университетской клиники города Регенсбурга. Эта немецкая клиника является одним из самых современных медицинских комплексов, объединяющих в себе более 30 профильных отделений и 5 научно-исследовательских институтов, охватывающих все разделы медицины. Первая встреча прошла еще 19 февраля. По результатам переговоров были достигнуты договоренности о начале совместной деятельности в нескольких областях. В первую очередь это разработка совместных образовательных программ стажировки врачей и преподавателей Казанского университета. Уже в ближайшее время появится возможность прослушать мастер-классы немецких профессоров. Планируется, что местом проведения таких мастер-классов станет университетская клиника Казанского федерального университета. Олег Кашин, Универньюз.